Всем привет! Сегодня наш последний день на отпуске. Завтра мы уже влетаем в Москву. Вот. Сегодня опять берем байк и едем кататься. Скорее всего, это будет либо город Пхукет, либо опять город Патон. Вот, поедем по скоростному шоссе, больше по горам. Не будем соваться, там слишком сложно. Потому что одни спуски и подъемы. Вот, погода, как всегда, радует. Сейчас где-то время местное, 9 часов утра. Вот, уже иду по пляжу. По пляжу. Вот, 9 часов утра в Москве, значит, 5 часов утра. Ну, классная разница во времени. Вот, завтра полетим. Перелет составляет где-то 10 часов. Но будет практически незаметно. Где-то в 12 вылетаем и в 5 часов вечера уже прилетаем в Москву. То есть, можно сказать, время в пути 5 часов. Вот. Значит, что? Насчет нашего отеля. Кормят офигенно. Называется он, кстати, Найтон Бури. Можете найти там фотографии на Яндексе и так далее, как он называется. Вот, отель очень клевый. Позиционируется как 4 звезды. Ну, завтра включен. Ужин, шведский стол, стоит 350 рублей на одного человека. Но уесться можно полностью, чем хочешь, просто. Начиная от креветок, заканчивая какими-то фруктами, макаронами. Очень, очень много всего. Вот, на завтрак все то же самое. Сколько хочешь чая, кофе, сколько хочешь фруктов и так далее. Все, что тебе захочется. Ну, что-то уже дошел до края пляжа. У нас прессун большой. Это все расстояние. Вот, отель суперски понравился, страна суперски понравилась. Но сегодня увидимся еще. Когда поедем, запишу, может, видео. Все. Всем пока. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь.